Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на стадионе Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова. Точнее, футбольное поле номер 4. Если вы присоединитесь не только к нашей трансляции, но и намереваетесь еще и вживую увидеть за ходом поединка с участием команд Академии Родины и Академии футбола имени Юрия Коноплева «Акрон». Звучит стартовый свисток, и мы начинаем следить за ходом этого поединка. И только уверенные действия Артемия Баканова, казалось бы, остановили атаку Акрона, который продолжает искать моменты. В данном случае это Дмитрий Алексеев наносил удар. Мартиросян подключается уже. Эдуард пытался навешивать штрафную площадь. Мяч оказывается штрафной. И здесь очень активен Доброродов. Вячеслав здесь выиграл борьбу у Баканова, остался на ногах. Держать высокий уровень. Не самая удачная передача, здесь ошибка. Никто не понял, как вообще этот эпизод возник. Керченков отыгрывается через Энзекве. Ой-ой-ой, какая неаккуратная передача. Момент у Акрона и 1-0. А забивает Денис Шаталин. И этот футболист открывает счет в игре. Команда Родины забил номер 9. Денис Шаталин. Счет матча 0-1. Этот первый важный гол в игре состоялся. И он казался за авторством Акрона. Но следом имела Родина шанс сравнять счет. И это Альберт Ванян. Атакует. Теперь Родина отвечает своей подходом. Имел возможность атаковать. Пробил с острого угла. Постриган сложился. Золотой дубль оформила команда. А сейчас имеет шанс отличиться. Глотов. Дальше адресует мяч Ваняну. Кратко играет с Глотовым. Дальше слева есть вариант в виде Дубровского. Удар штанга. Спасла Акрон. Глотов отыгрался с Ваняном. И тот нашел Дубровского. Наносил удар с близкого расстояния в ближний угол. На ближнюю штангу. И это гол. Это 1-1. И это Родион Керченков. На ближнюю штангу навесил Дубровский. Но будет ли время для того, чтобы новую атаку попробовать Родине организовать? Нет. Звучит финальный свисток. Ничья 1-1 в UFL 2 в матче с участием команд Родины и Акрон Академия Коноплева.